Крымско-татарский клуб знакомств «Космет» провел вечер знакомств для тех, кто в активном поиске. На этот раз в гостеприимном этно-ресторане «Алем» и в новом, интересном интерактивном формате. Организаторы хотели создать непринужденную дружескую атмосферу для общения гостей. Наше сегодняшнее мероприятие пятое по счету, и оно в корне будет отличаться от наших предыдущих вечеров своей интерактивностью. То есть посредством разнообразных конкурсов и игр вся энергия будет направлена на коммуникацию, знакомство, возможно, выявление новых талантов. Хотим отметить, что мы получили огромную поддержку от наших спонсоров, друзей, поэтому в виде сертификатов и подарков. Поэтому каждый участник сегодня уйдет с сюрпризом и, возможно, со второй половинкой. Хотим, чтобы сегодня посредством нашего мероприятия и посредством наших игр и конкурсов познакомилось максимальное количество пар, и чтобы создались наши крымско-татарские красивые семьи, и чтобы наш народ только возрождался. Вечер знакомств собрал около 60 человек, равное количество мужчин и женщин разного возраста. Сегодня наше мероприятие собрало большое количество людей возрастом от 20 до 50 лет. Вот. На нашем мероприятии присутствует большое количество людей с разных уголков нашего Крыма. Хотелось бы пожелать нашим участникам найти свою вторую половину и пожелать им счастья, здоровья и любви. На протяжении вечера гости были вовлечены в интерактивные игры. Не обошлось без танцев. Вечер начали со знакомства. Сидящие за одним столом гости должны были познакомиться между собой. Затем познакомить всех присутствующих на мероприятии с ноткой юмора. Araba visi hakkı var. Hepsimizde bilet ve sertifikat var. Hepsimizde bolsa sluga var. Hepsimiz barabar yaşımız. Максимально весело и непринужденно провести вечер в дружеской атмосфере помог известный ведущий Сиджилил Халилов, который стал свидетелем и соучастником создания большого количества крымско-татарских семей. Эн азыннан бір екі-үш қоранта дүния өзіне келсе, мен өзім пек қысметлі саярым, белкі бірек севаплар язылар. Главные герои вечера – гости, одинокие сердца, мечтающие встретить вторую половинку. У каждого из них свои критерии и свой идеал. Мой идеал, ну, наверное, три основных показателя. Он должен быть заботливым. Так хочется сказать слово «ответственный». Ну, тут, наверное, уже со временем, когда уже возникает доверие друг к другу. Ну, и, конечно же, ориентирован на семью, потому что у нас есть как мы, в будущем планируются дети к Сметлса, ну и, конечно, наши же родители, мы о них не должны забывать. Особо критерий, может быть, нету таких, чтобы обязательно что-то было, что-то нет. Просто, чтобы хороший человек, чтобы искренне чувствовал какие-то, испытывал эмоции, не знаю, ответные, может быть, какие-то взаимные. Как, в принципе, и все люди хотят, чтобы быть любимыми и чтобы было какое-то понимание, взаимопонимание. Очень хотелось бы встретить сегодня вторую половину такого, которого, в принципе, задумала. Секрет. Да. Я впервые на таком вечере. Ну, девушку своей мечты. Скромная, порядочная. Для жизни. Организаторы и руководители клуба «Космет» планируют провести очередной вечер знакомств уже в конце декабря, но уже на большой площадке и для большего количества одиноких сердец.